Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Ходячие мертвецы, зомби. И сейчас нам нужно найти передний бампер. Сейчас пройдем сюда, посмотрим здесь. Здесь нас встречают зомби. А я сейчас посмотрю, подожди. А если у нас... да, у нас есть вот такие штучки. Одеваем их. Это у нас гранаты. И такая граната мощная достаточно-таки. Урон 100. А, нет, подожди. Куда ты исчезла? Да тут урон 200. Тут вообще крутая, крутяцкая гранатка. Мы их переставим местами. Бабы уберем сюда. Угу. Приступим. 15 метров. Так, сейчас даем. Так, давай этого за бока сразу завалим. Раз. Ой, подожди. Ничего, головой ты не крутишь, а? Гад. Ой, такой какой ты стал страшный, а? Черепушка, он открылась. Есть. Готов. Ладно, не будем того тоже убивать. Мы сейчас... А, вон наши зомбаки, подожди, есть. Куча этих зомбаков. Так, давай эту мамашку убьем сразу. Сейчас, вот видишь, она когда идет нормально, у нее вроде бы голова не сильно шатается. А когда стреляешь, она начинает терять координацию. И ходит очень странно. Где я тут еще замки? Так, сейчас пробежимся, посмотрим, где у нас показывают карта. Вау-вау-вау, это что такое? Это походу радиация. Ну, я не буду туда наступать. Нафиг надо. Так, куда-то мы не туда забрели, мне кажется. А ну, подожди. Ну, куда-то мы не туда бежим. Сейчас посмотрим. Ага. Да, что-то смотри, метраж-то увеличивается. Ну, как раз мы тут этого ходячего зомбака убьем. Раз, два, три, четыре. Все, есть готов. У него ко мне никаких подарков не было. Типа мы оббежали эту всю территорию. А, вот сюда мы. Сюда мы должны идти. Но здесь идет радиация. Смотри, радиация. Так, эту сразу зомби-школьницу. Мы стараемся стрелять в голову. Потому что если по корпусу бить, то мы наносим не такой большой урон. Так, бобы получил. Спасибо, хорошо. Так, эту радиацию нужно так вот обойти стороной. Не дай бог на нее не наступить. Иначе будет очень плохо. Уже излучение пошло, смотри. Так, тут какой-то... Блин, смотри, меня цапает излучение. Радиация, то есть. Офигеть. Надо быстренько бежать отсюда нафиг. Так, а это что такое? А мы вообще не туда прибежали, куда надо нам. Алло. Бежим быстрее. Иначе нас тут радиация точно угандошит, смотри. Нормально? 39. Сердечко у нас. А куда нам идти? Что у нас кругами все крутит? Мы пришли туда же, куда, где и были. Смотри, вот тут первый зомбак. Есть. Сейчас мы бошку снимем. Угу. Интересно, подожди. А куда? Наверх, что ли, залезть? Что-то я не понял. Вот тропиночка есть. Так, какие-то покрышки нам не нужны. О, летит, смотри. Летучая мышь. Зомби-мышь. Это чупакабра, короче, какая-то. О, давай. В смысле, вас двое там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Их там двое. Так, одну убиваем. И следующую. Ух ты, ё-моё, смотри, как она быстро летит, а. Давай. Сколько патронов на тебя уходит, а? Гадёныш, а? Ух ты, все, он начинает атаковать. Надо быстрее убегать. Давай, беги быстрее. Есть, готово. Готово, она мертва. Бежим дальше. Я надеюсь, тут не будет этого стреляющего чувака. Типа неудачник, какое-то название такое. Типа неудачник какой-то. Так, а вас тут много, слушай.
Так, этого давай сразу прихлопнем. Патрончики я получил, 30 патронов. А что 30 патронов? Смотри, я сколько на нее трачу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. От 6 до 10 патронов тратим на одного зомбака. О, видишь, здесь я много прям потратил. О, еще патрончики, спасибо. Спасибо. Проблема такая, что... кончился бензин у меня. Так, это какие-то страны, это работа. Это рабочий, слушай. Угу. А, нет, заключенный это. Это работник заключенный. Офигеть, сколько мне на вас тратится оружие, а? Смотри, вот эта вот чупакабра, она неубиваемая. Давай оружие сменим, подожди. Ой, нет, не то нажал я. Давай оружие сменим. На вот это. Во, смотри. Либо это просто стреляет быстрее, да? Патроны-то летят вообще нормально. 800 патронов. У меня около 2000 было патронов. Теперь мне их мало. Так, нафиг надо, я с вами буду тут стрелять. Мне патроны, мне жалко на вас тратить. Но мне нужно этих зомбаков всех убить, смотри. Просто бросаем гранатку. Так, нажимаем на номер 4. Да, что-то не все умерли, конечно. Смотри, заключенный какой мощный, а? Гад. Есть. Раз, два, три. Все, готов. Готов. Теперь ищем бампер. Якобы... ох, нифига, у нас зона поиска обширная, я смотрю. Так, начнем здесь. С этого... а так, здесь нету. Бампер. Это тоже не бампер. А, типа, смотри, показывают. Иди туда. Ну, знаешь, либо в этой постройке где-то. Тоже нету. 9-8 метров. Ага. Подожди. Ну, тут... вот, бампер, смотри, лежит. Ага. А мне показывал. Вообще в другую сторону. Так, найдите теперь заднюю дверь. Задняя дверь. Мы до сих пор собираем автомобиль. Так, зомби наступают, отправьте их в могилу. Так, сейчас отправим, подожди секунду. Есть, раз. Два. Так, ну и все, и добиваем. Гранат, что-то мне жалко на них уже тратить. Две гранаты ушло. Да, дорого мне обходится этот автомобиль, обойдется дорого. Тем более еще и бензина, я сколько потратил на него. Так, ну вот это вот получается у нас задняя дверь. Теперь найдите фары. Так, это, наверное, сюда куда-то бежать надо. Угу, наверное, здесь. Хотя показывают в обратную сторону, но... мне кажется... нет, смотри. Показывают то, что идти нужно в обратную сторону. Угу, ладно, сейчас вернемся. В обратную сторону. Здесь нельзя перепрыгнуть? Нет, нельзя. Может, какой-нибудь энергетик выпить, а? Чтобы быстрее двигаться. У меня где-то был энергетик. А, энергетик, я его продал. А это что за фигня? А, это азверин. Это просто мне, когда надо будет стрелять, надо будет его применять. Нет. Сейчас пока он мне не нужен. Вроде бы как спуститься вниз надо. Смотри, видишь, стрелочка показывает. Вот, видишь, уменьшается метраж наш. Значит, где-то здесь. Так, миссия уничтожьте зомби. Так, тут сколько? Два зомбака? А, да тут целая толпа их, смотри. Надо сейчас подождать, пускай они в кучку соберутся. Все, и потихонечку мы сейчас будем их убивать. Так, а ну подожди. Все, давай, отстань от меня. Ага, все, убили. Так, тут чего интересного нету? Кровать, газировка валяется, банки пустые. О, птички, птички, птички. Да. На этих птичек мне придется много... у меня уйдет много патронов. Попробуем, пускай они летят сюда. Они медленно летают, поэтому
Сейчас мы быстренько пробежимся. Все, теперь они сзади у нас. Пускай летят. Всю серию летят. Так, и тут тоже зомбаков много. Мы их сейчас пробежим быстренько. Все нормально? Да, мы их пропустили. Не обязательно тут всех этих прям зомбаков убивать. О, пес где-то что ли? Что? О, пес. Он очень быстро бежит. Его нужно вообще быстро... О, вот он, стреляющий гад. Смотри, видишь, он стреляет. Зомби-неудачник. Хотя не знаю, почему неудачник назвали его. Он достаточно такой мощный. Смотри, видишь, у меня гад, а? Стреляет, не знаю, чем он стреляет. Какой-то радиацией или чем еще. Так, все, готово. Так, осталось 6 зомбков. И вон, смотри, толпа. Все-таки она дошла, нифига. И каркуши эти прилетели. Смотри, каркуши летят. Офигеть. Значит, они вообще быстро все-таки идут. Я думал, они там где-то сзади будут плестись. Нет. Смотри, как они быстро летят. И каркуши, смотри, летят. Так, ну все, гады. Сейчас я вам сделаю. Я вам сейчас сделаю так вот. А, троечкой. Вот здесь вообще... Вот эти вообще хорошо. Хорошо вот эти вот гранатки. Они вообще нормально убивают. Чем вот эти вот длинные, так фигня, короче. Лимонка, вот это вещь. Лимонка вообще махом. Они дохнут. Вот еще. А, это вообще мужик сумасшедший, я тебе скажу. Это, блин, вообще ада. Ад какой-то. Вот это ад вообще какой-то. Вот это, да? Вот он. Смотри, дурачок, да? Смотри, что он творит. Я говорю, он дурачок. Нафиг, взорвись. Почему-то я вот этого удара вообще не получаю. А зомбачки вот эти получают хорошо. Так, надо подкрепиться. Давай съедим вот эту канитель бобы. Все, я сейчас буду немножечко подлечиваться. Пока буду идти до тех зомбаков, я буду подлечиваться. Нормально таки, быстро. Главное, вот бешеных вот этих не будет. Зомбаков. Пойдем ко мне. Угу, готово. Тоже смотри, сколько их гадов. Раз. Прямо на бошку им стрелять. Раз, два, три. На, получай свинца. Поешь немножко. Так, деревья тут эти мешают. Я как встану, блин. Назад отойти не могу. И они мне начинают кушать меня. Все, убил. А, смотри, в этом болоте надо найти фары. Блин, я вот боюсь, что я буду получать какой-нибудь урон. Нет? Нормально все? А, ну это просто типа вонючая жижа, которая воняет. Типа нормально все. Так, зомби атакуют. Защищайтесь. Где эти зомби? Опять это, блин, птичка летает. Вот она меня бесит, эта птичка. Так, сейчас мы быстренько отойдем сюда. Вот, и сейчас будем бросать гранатку. Есть. Все, птица наша ранена. Перезарядка не вовремя. Есть. Все сдохло. И от этого чувака. Раз, два, три. Три. Есть, готов. А теперь найти нужно заднюю клетку. Какую еще заднюю клетку? Да, тяжело, конечно, мне с этим автомобилем приходится искать здесь. Ух ты, нифига. Смотри, тут, короче, много зомбаков. А вот этот, я не помню. А, это неудачник, это идиот, который бросается фигней какой-то. Сейчас мы их соберем в кучу. В кучу соберем. И бросим гранатку. Раз. Есть. Опа. Еще одну бросим, подожди. Есть. Все. Готовы. Так, давай еще что-нибудь перекусим. Еще бобы съедим. Давай, используем. У меня этих бобов куча. Чего бы их не есть? Опа, миссия обновлена. Убейте зомби. Так, показывают, что 2 зомби. Угу. Вот этот вообще зомбак. Он двумя стреляет. Так. Зомби неудачник профи. Ну и название у них, конечно. Этот стреляет прям конкретно двумя выстрелами.
И каркушка летит, да? Ну сейчас, подожди. Ух ты! Офигеть, подожди, в смысле, алло? Они что, быстро так передвигаются, что они не могут этот... Я бросаю, смотри. А, кончились, блин, кончились. Так, каркушку сразу убиваем, нафиг. Гад, а? Смотри, как они скооперировали с каркушей. Так, вот, все, птичку мы убили. Теперь осталось этого гада убить. Ух ты, прям в меня стреляет, смотри. Он достаточно-таки быстро стреляет. И еще двумя. Если ты проворонишь, он тебя конкретно может задеть. Так, почему я здесь не могу проходить? Получи, получи, гад. Да, надо оружие мне, короче, какое-то другое. Угу, сейчас поменяем. О, это побыстрее немножко стреляет. О, да, это лучше, слушай. Зомбак, на, получи. Бошню тебе. Все. Готов. Откинулся. Так, найдите заднюю клетку. О, нет. Это, походу, знаешь, куда меня ведет? Он через радиацию. А мне нужно использовать аптечку. Угу. Вот, отлично. А, подожди, у нас есть что-нибудь от радиации? Смотри, вот, длительность 180 секунд, устойчивость к радиации. Так, использовать. Так, мы использовали. Теперь мы, в принципе, радиацию особо не боимся. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, где, где, чё, где, чё, чё, где? Найдите заднюю клетку. Блин, подожди. А где же она находится? Клетка эта. Так, тут точно нету, смотри, потому что у нас вот поиск вот здесь, да? Да-да-да, поиск здесь. Это что за гад вылез, а? И где здесь эта задняя... А, в смысле взять? Что я там нашел? Так, все, смотри. Ну все, я как бы выхожу отсюда. Да, от радиации вот эта канитель меня спасла. Только нету ее нигде, смотри, чтобы я ее посмотрел, что она на мне одета. Нормально. Все хорошо, ребята. Отлично, ну что ж, возвращаемся в город, но чтобы возвратиться в город, мне нужен бензин, которого у меня нет. Идти. А ты не можешь просто пешком пойти, а? Недостаточно бензина, а бензин будет только вот через вот это вот время, через 40 минут аж. Офигеть. Поэтому будем ждать, и потом я буду только серию записывать. А на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.